Всем пламенный привет, я Осмий, и в этом видео я вместе с вами заканчиваю наше выживание на анархии. Если верить официальным источникам, то сегодня намечается вайп. Давайте же подведем итоги нашего выживания, заходим, и что мы видим? Мы видим нашего визора, нашу базу зарейдили. И на моей базе поселился визор, он даже не дает мне выбраться, посмотрите. Вот это визор, посмотрите, ребят, давайте его убьем уже. Мы, я думаю, его одолеем. Меч у нас топовый, все у нас топовое. Тотем, ого. Тотем меня спас. Ребят, меня спас только тотем. Посмотрите, нашу базу полностью зарейдили. Какая это красота, ребят. Я даже не могу узнать, какие здесь комнаты были. Но приваты отстались. Ребят, но приваты отстались, да. Все мои приваты на месте. Да, но... Но базе явный конец. Базе пришел явный конец. Так, надо понять, где что было. Так. Эта дверь, походу, здесь были наши носатые. Да, вот. Это место... Это место под наших носатых. Давайте здесь все осветим. А надо факела взять. У меня в ЕЦ есть факела? Нет. У меня, конечно, очень много вещей осталось. И куда их девать-то теперь, вот эти вещи? Я не знаю, если честно. Куда девать эти вещи? Опа-на! Каска заработала, наконец-то. То работает она, то не работает. Да, здесь все загриферили, все зарейдили. Так, а как эту базу-то зарейдили, мне интересно. Только визора поставили и все. Да. Они явно вошли из этого места. Они явно вошли отсюда. Сундуки у меня были в этом месте, если мне память не изменяет. Да, они были явно в этом месте. Где-то вот здесь вот, да. Но сейчас здесь пусто. Сейчас здесь только пустота. Итак, как вы видите, у меня очень большой баланс. И не грех покрутить наши кейсы. Давайте покидаем мусор, который у нас остался. Неохота его таскать. Да, давайте все выкинем. Все выкинем, выкидываем это все. Да что все ко мне возвращается, Почему все ко мне идет? Молодцы, ребят, молодцы. Мою базу долго не рейдили. И, наконец, ее загриферили. Я этого ждал. Да. Но была бы запись, было бы веселее бы. Смотреть, как мою базу рейдили. Это был бы... Топ-контент, как я думаю. Это был бы топ-контент. И мне тоже интересно, как эту базу зарейдили. Опа-на, утопленники. Утопленники появляются. Фарм утопленников. Мы сделали фарм утопленников. Ха-ха. Все, я выкину и пойду на спавн. Ой, о, нет, у меня их еще одна точка есть. Это спавнер зомби. Надо проверить его. Не зарейдили ли его? Надо это узнать. Так, это уже не пригодится мне. Удочка тоже не пригодится. Все. Это оставлю, ладно. Это оставлю. Незерскую. Так, это тоже. О базе можно забыть. Давайте напишем Г-Хом. Это моя вторая база. Ее главное не зарейдили, посмотрите. Эту базу не зарейдили. Это самое главное. У меня здесь бочка. Да, но ресурсов у меня здесь очень мало. Давайте все выложим. Давайте все выложим это. Все вещи наши выложим. Так, мясо оставим. А пишем ЕЦ. Так, из ЕЦ можно тоже что-то выложить. Или поставить на АХ. Да. Все по одному сделаем, все по одному доллару. Делаем все по одному. Надеюсь, это купят. Ой. На ах опять иду. Так-с. Яйца призыва. Мы так и не воспользовались яйцами призыва. И не сделали наш морской маяк. Я очень мечтал его сделать, но походу нам это не удастся все же. Да, это не плановый вайп, я надеялся, что мы их использовали бы. Но, вот так бывает.
Так, давайте все так же выставим на торги, что ли. По одному доллару, по одному баксу выставляем. Пусть люди порадуются этому. Так, эти тоже все выставим по одному доллару. Давайте выставляем. Обсидиан у меня не купили за 4К. А сейчас я продам за доллар. Вот так вот. Так, эти поодиночке может продать. Давайте тоже выставим за 1 доллар. И палки тоже выставляем. Так, что еще и у меня есть? Все книги, весь обсидиан. Давайте все выставим по 1 доллару. Ну все, я думаю, можно идти на спавн и покупать наши кейсы. Давайте так и поступим. Пишем спавн. Здесь, походу, не я один эти кейсы покупаю. Здесь кейсы уже крутят. Ну, подождем, подождем. Подождем. И давайте купим, наконец, наши кейсы. Так, вот это да, вот это да. У нас, походу, 60 кейсов там накопилось. Так, давайте это и узнаем. 60 кейсов, вот это да, ребята, у нас 60 кейсов. Давайте их пооткрываем. Первый кейс пошел, и это Хорус, это Хорус. Да, не очень-то, не очень-то везет на лут. И что сейчас? Обсидиановое чудо, обсидиановое чудо. Да, и все вещи я буду кидать, все вещи я буду кидать. Так, открываем еще кейс эндерперлы. Эндерперлы. Итак, что сейчас? Эта книга. Это книга добыча 3. Это книга добыча 3. Так, ну нехило, нехило так. Но все же очень мало как-то. Давайте что-то. Опа-на, опять. Это тоже добыча 3. Одно и то же. Одно и то же. Да. Давайте что-то интересное, или монетки, и, ну, питьевое зелье, так себе. Так, надо что-то потопивее. Надо что-то потопивее. Опять одни обычные. Опа, на монетки. Монетки, хоть что-то новое. На монетки еще не попадались. На монеты еще не попадались, никогда. Золотое яблоко. Держи, золотое яблоко, это тебе. Так, что сейчас? Щит. Щит, вот это да. Но опять же обычный щит. Опять же щит обычный. Давайте питьевое зелье. Питьевое зелье, замечательно. Тоже отдаем, но они отдают нам. Они отдают в ответ. Да, походу, все знают о вайпе. Уже все знают о вайпе. Паутина. Ничего путевого. Вот это ты залетел. Вот это ты залетел, пацан. Так, плачущий обсидиан. Тоже никому не нужен. Тоже никому не нужен. Открываем дальше. Обсидиановое чудо. Ну, пойдет, пойдет. Обсидиановое чудо. Обсидиан лишним не бывает. Тем более перед вайпом. Мясо. Ну? Одни обычные, я вам скажу. Легендарная попалась только книга нам. И больше ничего. А, опять мясо. Опять мясо. Что за процент удачи у этого кейса? Я не понимаю. Ну давайте я думал, эпическое будет. Посмотрите, вещи валяются, и никому они не нужны. Они никому не нужны. Потому что все знают о вайпе. Опять монеты. Замечательно. Монеты, да. Монеты — это редкость, хоть они и обычные. Но попадаются очень редко. Попадаются редко они. Так, что сейчас? Что сейчас выпадет? А золотое яблоко. Да, очень мало редких вещей. Я думаю, что невыгодно эти кейсы покупать вообще. Опа, на ключи.
ключи оправдали. Археолог. Яйц призыва, боты на невесомость. Все вещи опять же отдаем. Золотая морковка. На, держи. Это тебе. Так, что сейчас? Щит, опять этот щит. Да вы издеваетесь. Одни щиты, одни щиты. Одни обычные вещи. Опять это морковка. Опять это морковка. Что сейчас? Что сейчас выпадет? Опять золотое яблоко. Ну, в большем количестве. Но в большем количестве. Эпическая вещь. А not found. Not found. Это дельфин. Это яйца дельфина. Они мне еще не выпадали. Я их покупал на Ахе, по-моему. Как мне кажется, опять монеты. Они пригодятся для новых кейсов. Они пригодятся для новых кейсов. Что ж, сейчас-то выпадет. Давайте ключи. А, паутина. Паутин, неинтересно. Неинтересно так. Осталось еще более 30 кейсов. Осталось еще более 30 кейсов. И там 7000 монет. Опа-на, ребята. Вот это нам повезло. Это эпическая или... Ой. Это эпическая. Это легендарка, то есть. Это легендарная. Да. Нам такое еще никогда не выпадало. Нам такое еще никогда не выпадало. На наковальню. Это тебе наковальня. Так, надо всем дать вещи, а то я даю только двоим здесь. Надо дать вещи и другим. Что сейчас? Что сейчас? Обсидиановое чудо. Вот это обсидиана. 5 стаков. 5 стаков обсидиана. Нехило. Нехило. Что сейчас? На тебе. На тебе вещи. Это тебе. За ожидание. Но они ему не нужны. Они ему не нужны. Отдадим этому чуваку. И динамит тоже отдадим. Итак, что сейчас выпадет напоследок? Ну-ка, одни обычные. Ну, вы видите. Одни обычные. Одни обычные. Not found, я видел not found. И призывателя. Not found выпал. Выпал not found. Ну, ничего. Итак, что сейчас выпадет? Что выпадет сейчас? Морковки. Золотая морковь. Золотая морковь. Так, давайте дальше открываем. Обсидиан. Опа-на, вот это да. Посмотрите, сколько он накидал. Эти вещи ему явно не нужны. А кому-то они нужны. А кому-то они даже нужны. Посмотрите. Это тоже тебе, Poison Blade. Тоже тебе. Как много вещей валяется. Питьевое зелье тоже, тоже никому не надо. Нотфонды, нотфонды, сплошные нотфонды и монеты. Это редкое, это редкое. Монеты это редкое. Золотое яблоко. На, держи. Это тебе. Да, я надолго занял эти кейсы. Не даю другим покрутить их. Так нагло занял этот кейс. Динамит. Динамит это тоже тебе. Это тоже тебе. Держи. Все тебе. Все тебе я дам. 6 ключей. Вы видели, что там было? Вы видели, что там было? 6 ключей. Вот это да.
Итак, что дальше? Что ж дальше нас ждет? А, яйца ему не нужны. Яйца ему не нужны, и стрелы тоже. Одни обычные опять. Эти кейсы явно невыгодные. Я больше их покупать явно не буду. Да. Мало редких вещей, очень мало. Одни обычные в основном идут. Идут в основном только обычные вещи. Да. Как вы видите, опять одни обычные идут. Зелье силы. Зелье силы. Так, я думаю, еще за наши деньги еще можно купить кейсы. Еще немного кейсов мы себе можем позволить. Осталось меньше... Осталось только 8 кейсов. Остается только 8 кейсов. Тут новые гости пришли к нам. И они тоже ничего не принимают. Не принимают от нас подарков. Золотая морковь. Для чего она нужна? Для зелек только. Опять одни обычные, опять морковка. Опять морковка. Так, давайте еще. Остается совсем ничего. И одни обычные. Эндерперлы. Эндер жемчуга. Эндер жемчуга. Давайте книгу хотя бы. О, танк. Танк. Это нормально. Шипы, защит 4. Вот это надо всем. Вот это явно надо всем. Так, а вот это не надо никому. Яблоко золотое. Зачем оно? Зачем оно надо? Зачем оно надо? Не понимаю. Обычные вещи кидает. Надеется что-то выловить стоящее. Яйцо пиглина. Давайте пиглина. Опа-на. Poison Blade 1. Poison Blade 1. Итак, я купил еще 8 кейсов. И монеты опять выпали. Так, выпали опять монеты. И давайте откроем напоследок и остальные кейсы. Итак, что будет? Опять одни обычные. Но я больше никогда не куплю эти кейсы. Да, честно говорю, я их больше никогда не куплю. Одни обычные выпадают. Одни обычные, вот. Толку покупать их? Толку их покупать? Ничего стоящего в них нет. Не советую их покупать. Не советую. Это Хорус. Это Хорус. И остается совсем ничего. Якорь возрождения тоже никому не нужен. Опа-на, not found, набор вещей. Это песок душ и все, что? А зачем он нужен, этот песок душ? Я не понимаю. Зачем нужен песок душ? И последний кейс у нас остается, что ж выпадет на этот раз. Зачарованная книга, разящий клинок. Тоже ничего, давай, я тебе отдам это все. Книгу ты возьмешь, да, да. Книгу ты взял, молодец. Итак, ну я думаю, что на этом моменте пора заканчивать это видео. До новых встреч, всем удачи, пока.